выглядит Сочи в марте. В яркий солнечный день, тепло и приветливо. Переливается морем, почти как в июле. Пахнет цветами, звенит смехом. Но вот нашли тучки и пошел дождь. Мокрые грустные пальмы, блестящие пустынные дорожки, замерзший кот. Но море всегда море, а магнолии с кипарисами всегда зеленые. Поэтому в Сочи всегда хорошо. Поселились на Виноградной прямо рядом с парком Ривьера. Это было очень романтично, потому что мы уходили и возвращались через парк, в котором уже вовсю буйствовала весна. Квартиру мы выбирали долго, но в результате остались довольны. Уютно, все необходимое под рукой. Огромное окно с панорамным видом на Сочи. Понравился и хозяин, все объяснил, показал, рассказал. Рядом магазины, кафе, ресторан. Ехать или не ехать в Сочи в марте? Ехать обязательно. Прихватить зонтик, теплый свитер и шарф, чтобы ничто не мешало попивать глинтвейн на берегу под шум набегающей волны.